हर हर ध्याय द्वैत छंद ध्याय घोर भक्त विंधा हर ध्याय द्वैत छंद ध्याय घोर भक्त विंधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री पंचतत्व की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण स्पासिबा When Sri Chaitanya was passing through South India, he passed through one place called Kurma Kshetra. The Lord had been going from place to place. So his visit to Kurma Kshetra was known by practically all the residents of Kurma Kshetra before the Lord came. И до того еще, как Господь пришел туда в Курмакшетру, все обитатели этого места, они уже знали, что Господь придет. And everywhere the Lord was going, he was spreading the Sankirtan movement. И куда бы ни приходил Господь, он распространял там движение Санкиртан. There was one very devoted personality in Kurma Kshetra. И в этом месте Курмакшетра был один очень великий преданный. His name was Vasudev. Его звали Васудева. Vasudev was a leper. Он был прокаженным. In fact, he was living alone. И поэтому он жил один. But he was a devotee. Но он был преданным. His leprosy was very, very severe. И его проказа, она дошла до очень такой серьезной стадии. So severe that no one could go anywhere near him. Настолько это все зашло далеко, что никто не мог даже приблизиться к нему. But Vasudev was a devotee at heart. Но в сердце своем Васудева был преданный. So he accepted this disease as the mercy of the Lord. И он принял эту болезнь как милость Господа. One who is a devotee accepts whatever the Lord gives as the Lord's mercy. Преданный принимает все, что бы Господь ему не послал, как его милость. Whether it's difficult or whether it's easy, it's the Lord's mercy upon that devotee. Будь то трудности, будь то какие-то вещи, которые легко даются, он все это принимает как милость Господа по отношению к себе. И преданный все принимает с благодарным сердцем. That difficulties that come in the life of a devotee are meant to purify the devotee. Это стих из 10-й песни 14-й главы, сказанный Господом Брамой. Он говорит о том, что трудности, которые Господь посылает преданному, это ради очищения преданного. And therefore, devotee takes more shelter when difficulties come. И поэтому, когда приходят трудности, преданный больше принимает прибежище у Господа. Но есть еще вторая половина этого стиха. На самом деле там говорится, что преданный благодарит Господа за те трудности, которые тот ему посылает. Он думает, что на самом деле я заслужил гораздо большего. Because, my dear Lord, you're so kind, you only give me a small portion of my suffering. И он думает, что мой дорогой Господь, ты так добр ко мне, и ты дал мне только маленькую долю того, что я по-настоящему заслужил тех страданий.
He becomes what we say fixed at the lotus feet of the Lord. Он благодарит Господа в сердце, и он понимает, что просто действуя таким образом, он сможет сосредоточиться на лотосных стопах Господа. And the verse explains that simply by praying like this, one is entitled to the kingdom of God. И стих объясняет, что просто благодаря тому, что преданный молится таким образом, ему уже уготовано царство Бога. Vasudev's leprosy was so bad that he had sores all over his entire body. Проказа Васудева настолько далеко зашла, что у него были язвы по всему телу. And in those sores were worms. И в этих язвах жили черви. Now, sometimes one of the worms would fall out. Иногда один из этих червей он выпадал оттуда из язвы. And Vasudev was thinking, actually, Krishna has brought these worms into my body for the home of these worms, and therefore he would pick up the worm and put it back. А Васудева думал, на самом деле Господь, Он дал этому червю эту язву в моем теле как дом, и поэтому он сейчас ушел, выпал из своего дома, поэтому он брал этого червяка, поднимал его и обратно его положил в эту язву. This was the consciousness of Vasudeva. Таково было сознание Васудевы. Now, when he heard that Lord Chaitanya was coming, he was thinking, I cannot go near the Lord, but I can at least I should be able to see him when he comes. И когда он узнал, Васудева узнал о том, что Господь Чайтанья приходит туда, в это место, он подумал, что ну, я не смогу точно уже подойти к Господу, но, по крайней мере, смогу увидеть его. So he was praying, I hope I can see the Lord. И он молился, но только бы мне увидеть Господа. But Lord Chaitanya went through, and Vasudev missed him. И Господь Чайтанья так быстро прошел, что Васудева его упустил. And then he learned that the Lord had already left. И он узнал о том, что Господь уже ушел с этого места. He was feeling very bad. И он чувствовал себя очень плохо. Extremely unhappy. Он ужасно был несчастен. He started to find fault with himself. Он начал искать недостатки в самом себе. I'm so wretched. Я такой проклятый. I'm so fallen. Такой падший. I'm so unqualified. I could not even see the Lord. Я настолько неквалифицирован, что не мог даже увидеть Господа. He was praying like that. Он молился так. The Lord, who is the indwelling super soul in the heart of everyone, he knows the heart of everyone, so he understood Vasudev's prayers. И Господь, который находится сверхдушой в сердце каждого живого существа, он знает, что происходит в этом сердце, и он знал вот эту молитву, настроение, которое было у Васудевы. So he came back. И он вернулся. Just to see Vasudev. Просто ради того, чтобы увидеть Васудеву. And Vasudev was there. И Васудев был там. As soon as the Lord saw him, he ran towards Vasudev. И как только Господь увидел Васудеву, он побежал к нему. And before Vasudev could do anything, the Lord embraced him. И пока Васудева успел что-то сделать, Господь обнял его. Now Lord Chaitanya is strong. И Господь Чайтанья был довольно сильным. So Vasudev couldn't get out of the embrace. И Васудева не мог освободиться из его объятий. But he was feeling so bad. Но он чувствовал себя так плохо. My body is so contaminated. Мое тело такое оскверненное. And it touched the beautiful transcendental body of the Lord. И оно коснулось прекрасного трансцендентного тела Господа. What is my situation? И что же сказать обо мне, моем положении? He wasn't happy. Он не был счастлив. And the Lord saw that. И Господь увидел это. Vasudev. Он сказал, Васудева. You have such devotion. У тебя такая преданность. I could not help but come to see you in... Я не мог не прийти к тебе, чтобы не увидеть тебя. He said, my dear Lord, your mercy is going to cause me problems. И Васудева сказал, мой дорогой Господь, твоя милость приносит мне одни только проблемы. I already got problems, now you got more problems. Мне уже проблем хватает, а сейчас еще больше добавилось. What was he saying? И что он говорил? I mean, he got embraced by the Lord, and as soon as the Lord embraced him, his entire body became healthy. All the sores, all the leprosy was gone. Его же обнимал сам Господь, и как только Господь обнял его, то все эти язвы, вся эта проказа ушла из его тела. So why wasn't Vasudev happy? И почему Васудев не быть счастливым? Embraced by the Lord, his disease was gone. Он увидел Господа, Господь обнял его. Pleased with him. Его болезнь ушла, Господь был доволен им. All reasons to become happy. Все причины, чтобы быть счастливым. He was unhappy. Но он не был счастлив. Why? Почему? Because he was thinking, and he told the Lord. Потому что он думал, потом сказал об этом Господу. Now you showed me some favor. Сейчас ты проявил на меня свою благосклонность. I'll become proud. И я сейчас загоржусь. And if I become proud, that is the worst thing. И если я загоржусь, это худшее из того, что может быть.
That's why he was unhappy. Поэтому он не был счастлив. He was thinking, now I'll become proud because I got special mercy from the Lord. Он подумал, что я сейчас загоржусь, потому что я получил особую милость Господа. We all want special mercy. Мы все хотим эту особую милость. We would live for that, right? Мы ради этого готовы были бы оставить жизнь. Vasudeva thought it was something he didn't want. Но Васудева подумал, что это что-то, чего он не хотел бы. But the Lord told him something. Но Господь ему сказал кое-что. Which is a lesson for all of us. И это урок для всех нас. He said, Vasudev, do one thing and you'll never become proud. Он сказал, Васудев, делай одну вещь, и ты никогда не будешь гордиться. He said, always chant the holy names of the Lord, and that way you'll never become proud. Он сказал, что всегда повторяй святое имя Господа, и так ты никогда не загордишься. Which is the message that if we stay connected with the Lord through His holy name, then we're in the best situation. Это послание всем нам, что если мы будем оставаться связанным с Господом через Его святое имя, это будет лучшее положение для нас. There are those who become humble. Есть люди, которые смиренны. Through the practice of devotional service. Которые стали смиренными благодаря практике преданного служения. And those who do great things for the Lord. Есть люди, которые делают великие вещи для Господа. Like making so many persons Krishna conscious, or opening temples, or writing books. Or inspiring important people to become Krishna conscious. Как, например, они делают очень многих людей из сознания Кришны, они распространяют много книг, они строят большие храмы, или же вдохновляют очень великих таких значительных людей, чтобы они стали, чтобы они, ну, как хорошо относились к сознанию Кришны. These are all ways that the Lord recognizes His devotee. Это все то, за что Господь признает своих преданных. But one who's humble, despite all their good qualifications and their good achievements, that's real humility. Но истинное смирение — это когда человек остается смиренным, несмотря на то, что он достиг столь многих вещей и обрел столь такие удивительные качества. When your humility gets challenged, когда его смирение оно подвергается угрозе, by two things, двумя вещами, too much success. Из-за слишком большого успеха или слишком многих проблем, которые причиняют. И тогда преданный начинает думать, какой смысл в том, чтобы быть смиренным? Это уже становится проблемой. И Васудева, хотя он получил особую милость, Lord gave him the formula. Just stay connected with me through chanting, and you'll always be humble. Господь дал ему эту формулу. Всегда оставайся связанным со мной, повторяя святое имя, и всегда оставайся смиренным. One great devotee in our movement says, it's easy to remain humble, but when you do something, watch out. Как один преданный в нашем движении сказал, это легко оставаться смиренным. Проще оставаться смиренным. Но как только вы что-то сделали великое, будьте осторожны. And pride comes. Потому что придет гордость. When pride comes, Krishna goes. И когда приходит гордость, Кришна уходит. So we've learned from Vasudev the formula, which Lord Chaitanya gave that formula for everyone. Just remember me, always. И так Господь Чайтанья дал эту формулу Васудеве, это формула для всех нас, что мы должны всегда помнить о Господе. And you might say, well, Maharaj, that's impossible. Ну, вы можете сказать, ну, Махарадж, ну это же невозможно. To remember Krishna always. Всегда помнить о Кришне. Is it impossible? Невозможно ли это? Practically it is. Практически да. But therefore Vishwanath Chakravarti Thakur gives the formula. Поэтому Вишванат Чакраварти Такур дает формулу. He says if you practice remembering Krishna every day, you'll come to the stage of remember Krishna always. Он говорит, что если вы будете практиковать то, что вы помните о Кришне, вспоминать о Кришне каждый день, то вы можете прийти к уровню, когда вы будете постоянно помнить о нем. And what he's saying is that by chanting the holy names of the Lord regularly, every day, with determination and faith, and gradually that will increase where we can always remember Krishna and always chant. И что он на самом деле говорит, что если мы будем повторять святое имя с решимостью и концентрацией, с верой, то тогда это приведет к тому, что мы сможем постоянно помнить о Кришне и всегда повторять святое имя. This is a very scary proposition. Это очень такое пугающее нас предложение. Remember Krishna always. Всегда помнить о Кришне. Ой-ой-ой. I got other things to remember. Есть столько много вещей, которых можно помнить. And even if we want to, the mind will say,
Not me. И даже если мы захотим помнить о Кришне, ум скажет, это не ко мне. Maybe part-time. Ну, может быть, иногда. Sometime. Ну, может быть, ну, чуть-чуть там. When things get difficult. Ну, когда становится трудно. Not always. Ну, не всегда же. That's for the great souls. Это же для великих душ. I'm not a great soul. А я же не великая душа. But all souls are great. Но все души великие. They have to remember that. Мы должны просто помнить об этом. Because all souls are equally connected to Krishna. Потому что все души, они в равной степени связаны с Кришной. So practice. Поэтому практикуйте. Practice remembering Krishna. Практикуйте то, что помните о Кришне. And two things. We should remember to forget and forget to remember. И две вещи, которые нужно помнить, что мы должны об этом забыть, и забыть о том, что мы должны помнить. We should remember to forget Maya. Мы должны помнить о том, что мы должны забыть о Майе. And don't forget to remember Krishna. И не забывать о том, что помнить о Кришне. Okay. So remember to forget Maya. И поэтому помните, что надо забыть о Майе. So don't remember Maya, but remember to forget Maya. Не помните о Майе, но запомните о том, что ее нужно забыть. And remember not to forget Krishna. И помните, чтобы не забыть о Кришне. But we like to remember Maya, and once in a while Krishna is there. Ну, нам больше нравится помнить о Майе и иногда вспоминать о Кришне. So practice. Поэтому практикуйте. But humility, as we see from Vasudeva, brings special mercy. Но мы можем видеть на примере Васудевы, что смирение приносит особую милость. Who is the personification in humility in Lord Chaitanya's Leelas? И кто был олицетворением смирения в играх Господа Чайтаньи? Санатан Госвами. Санатан Госвами был. Lord Chaitanya says there's four persons you should never try to imitate. Господь Чайтанья говорит, что есть четыре личности, которых никогда не нужно пытаться имитировать. Don't try to imitate the tolerance of Haridas Thakur. Не пытайтесь имитировать терпение Харидаса Такура. He was beaten in 22 marketplaces. Его били на 22 рыночных площадях. But he was praying for his torturers to receive the mercy of the Lord and become Krishna conscious. Но он молился, чтобы его мучители, они получили милость Господа и стали сознающими Кришну. Not only was he tolerant, but he was praying for the benefit of others who were causing him pain. Не только он терпел все это, но он молился за благо тех людей, которые причиняли ему боль. That's Srila Haridas Thakur. Вот таков Шрила Харидас Такур. Ah, Рамананда Рой. Рамананда Рой. Another person we don't imitate. Еще одна личность, которую не нужно имитировать. Рамананда Рой was an very, what we say, intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu in the spiritual world. He is one of the gopis called Vishakha. Рамананда Рой — это один из очень близких спутников Господа Чайтаньи Махапрабху и Кришны в духовном мире. Он там гопи, одна из гопи, которую зовут Вишакха. So his consciousness or his internal consciousness is as he's a A gopi. И внутреннее его сознание, то, что он находится, является гопи. But when he came as Lord Chaitanya's Leela, he was in the body of a man. Но в лилах Господа Чайтаньи он пришел в теле мужчины. But he wasn't aware of his bodily consciousness. He was always in his gopi consciousness. Но он так не слишком придавал значение своему внешнему сознанию, внешнему положению. Он постоянно находился во внутреннем сознании гопи. In one of the services, he had to teach the girls who dance for Jagannath how to dance. И одно из его служений было то, что он должен был учить девушек, которые танцевали для Господа Джаганатхи, как они должны танцевать. And part of his service was to prepare them for the dancing. И часть этого служения была в том, что он должен был подготовить их к этому танцу. So in doing that, he had to massage their bodies with oil. И чтобы это делать, ему надо было массировать их тела с маслом. But although he was touching the bodies of these beautiful girls who dance for Jagannath, it says his mind was like stone. Но хотя он касался этих прекрасных девушек, которые должны были танцевать для Господа Джаганатхи, говорится, что его ум был подобен камню. He was in his consciousness as the pure spiritual consciousness of the gopi in Vrindavan. Он в своем сознании находился в чистом трансцендентном сознании гопи Вриндавана. Lord Chaitanya says, "Don't try to imitate him." И Господь Чайтанья сказал: не пытайтесь его имитировать.
you'll fall down. Вы просто упадете. Well, I am transcendental. Почему я? Ну я же трансцендентный. You're going to be more like transdental instead of dental. Скорее, как это... То есть, скорее в этом пол поменяйте, как я правильно понял, да? Just come up with some words. Ну, то есть, ну, то есть, другими словами, у вас там совсем другой начнется, а не трансцендентное. Another person we don't imitate is Damodar Pandit. И еще один, кого мы не должны имитировать, это Дамодара Пандит. Damodar Pandit was also an intimate associate of Lord Chaitanya. Он тоже был очень близким спутником Господа Чайтаньи. Damodar Pandit's here. У нас здесь есть преданный, которого зовут Дамодар Пандит, да? Yeah, he is. Ah, maybe this one's for you. Вот это вот для вас тогда. So Damodar Pandit, he was very strict at following the rules and regulations. И Дамодара Пандит был очень строг в том, чтобы следовать правилам ограничениям преданного служения. And if he saw anyone not practicing rules and regulations perfectly, he would correct them. Если он видел, что кто-то не так строго следует правилам и ограничениям, он его поправлял. And when he saw Lord Chaitanya not following him, he would correct Lord Chaitanya. И когда он видел, что Господь Чайтанья тоже чему-то не следует, он и его поправлял. Lord Chaitanya used to tolerate him. И Господь Чайтанья его терпел. One time he sent him away. Но один прекрасный день отправил его. But the Lord Chaitanya would say about Damodar Pandit, he wants to teach us what is proper. Therefore, he can do that. Но Господь Чайтанья говорил Дамодаре Пандите, что он хочет научить нас тому, как правильно поступать, поэтому это нормально. So don't try to correct the Lord. Поэтому не пытайтесь поправлять Верховного Господа. Lord Chaitanya, why are you wearing that outfit again? You wore that already just recently. Почему, Господь Чайтанья, ты носишь эту одежду? Ты совсем недавно надевал ее. Don't you know how to dress? Ты что, не умеешь правильно одеваться? In other words, don't try to find fault with those who are, you know, in a superior position. Другими словами, не пытайтесь находить недостатки в тех, кто занимает вышестоящее положение по отношению к вам. So no one should imitate Damodar Pandit. И поэтому никто не должен имитировать Дамодара Пандита. И последний из этих личностей это Санатана Госвами. Санатана Госвами heard that Lord Chaitanya was at he was at the place where Srila Haridas Thakur Siddha Bakul. He was in order to get to Siddha Bakul from No, he was there. He was at the Gambira. I'm sorry. He's at the Gambira. And Sanatana Goswami wanted to go see Lord Chaitanya. И Господь Чайтанья, Санатана Госвами был в Гамбире, и он хотел встретиться с Господом Чайтаньей. Now, to go to see the Lord, he had to pass by the Jagannath temple. И вот, чтобы ему пройти туда место, в то место, где он должен был встретиться с Господом, ему надо было пройти рядом с храмом Господа Джаганатхи. Санатана Госвами was so humble that he's thinking, if I pass by the Jagannath temple, then the pujaris will think, oh, such a low-class person. И вот он был настолько смиренен, что он думал, что если я пройду рядом с храмом Господа Джаганатхи, то пуджари увидят меня и подумают, какой-то там человек низкого класса. He is an outcast. Внекастовый. He took up the service of Mohammedans. Он служил мусульманам. He is no longer recognizable by the Hindu culture. И теперь индуистская культура его уже не примет. So Sanatana Goswami was thinking, if I go past this the temple of Jagannath and the pujaris see me, I'll contaminate them. И Санатана Госвами подумал, что если я буду так вот проходить мимо храма Господа Джаганатхи и меня увидят пуджари, то я их оскверню. But there was only one other way he could go to meet Lord Chaitanya. He had to travel along the beach. И был еще один путь, как он мог пройти, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей. Это надо было идти по пляжу, по берегу океана. He had to walk on the hot sands of the beach. Ему надо было идти по раскаленному песку. And this was in the month of Jaist, July, when the sands are burning hot. И это было в месяц Джештха, то есть это июль, в то время, когда солнце, оно очень-очень горячее. So he walked along the hot burning sands when he came to Lord Chaitanya. He paid his obeisances. Lord Chaitanya looked and saw his feet. И вот когда он прошел по этому раскаленному песку и пришел в то место, где был Господь Чайтанья, поклонился ему, и Господь Чайтанья посмотрел на его стопы, his feet were all burnt. И стопы были полностью обожжены the hot sands. От этого горячего песка. And they were blisters. Там были ожоги. The Lord said, How did you come? И он спросил, как ты пришел ко мне?
He said, "I took the path along the beach." И Санатана Госвами сказал, что я пошел по пути, который ведет по берегу океана. Through the Jagannath path by the temple? И Господь Читания спросил, почему тебе было не пройти через храм, мимо храма Господа Джаганатхи? Санатана Госвами didn't answer. И Санатана Госвами не ответил на этот вопрос. And the Lord understood his mind. И Господь Читания понял его ум. This was his humility. Таково было смирение. He was willing to accept some suffering, although not to cause the pujaris some difficulty. Он был готов принять на себя страдания только ради того, чтобы не причинить никаких беспокойств пуджари. He was very humble. Он был очень смиренен. When he wanted to go see Lord Chaitanya, when Lord Chaitanya was in the house of Kashi Mishra in Varanasi, he had to travel through the Jarikanda forest. Когда Санатана Госвами хотел встретиться с Господом Читанией, Господь Читания был в Варанаси, в доме Каши Мишры, и для того, чтобы встретиться с Санатана Госвами, надо было пройти через лес Джариканда. И когда он шел через этот лес, он хотел пить воду, и попил этой воды. But the water was contaminated, and it caused his body to have sores all over his body. Но вода была грязная, и из-за этого у него по всему телу выступили язвы. So his body was full of sores. Его тело было покрыто этими язвами. After some time, he was thinking, "My body is so contaminated." Через какое-то время он начал думать, что мое тело такое оскверненное. It has become useless. Оно стало бесполезным. How can I serve the Lord with this body? Как я могу этим телом служить Господу? I should destroy this body. Я должен разрушить это тело. So he decided to throw himself under the Jagannath cart during the Ratha Yatra. И он решил броситься под колесницу Джаганатхи во время Ратха Ятры. This was his humility. Таково было его смирение. He was thinking, I'm so low that my existence is so bad, better not to live. Он думал, что я такой падший, что мое существование такое отвратительное, что лучше мне вообще даже не жить. И Господь Чайтанья узнал об этом. He approached Sanatana Goswami. He said, "Sanatan, you're a thief." Он пришел к Санатане Госвами и сказал, Санатана, ты просто вор. A thief is a person who destroys another person's property. Вор — это человек, который разрушает чужую собственность. Your body belongs to me. Твое тело принадлежит мне. It's meant for my service. Оно предназначено для того, чтобы служить мне. I have plans for your body. У меня есть планы на твое тело. And now you're taking my property and you want to destroy it. И теперь ты берешь мою собственность и хочешь ее уничтожить. You're a thief. Ты просто вор. Sanatana Goswami didn't know what to say. И Санатана Госвами не знал, что ему ответить. The Lord made it difficult for him to say anything, but yes, my Lord, this is your body. Господь Читание загнал его буквально в угол, и тут не знал, что ответить, и потом, в конце концов сказал, Господь, да, это твое тело. The Lord changed. И затем Господь Читание поменял настроение. Actually, why are you causing me distress? Господь Читание поменял настроение и сказал, почему ты причиняешь мне беспокойство? You want to break my heart. Ты хочешь разбить мое сердце. If you go, then I will be broken-hearted. Если ты уйдешь, то мое сердце будет разбито. So you're causing me pain. И ты мне причиняешь боль. This is interesting. Очень интересно. If people love us, when people love us, когда люди нас любят, something bad happens to us, с нами происходит что-то плохое. Or maybe we even die. И может быть мы даже умираем. How much pain do they feel? Сколько же боли они испытывают от этого? So we might also think, for the sake of others, I should be in the best position, so people don't have to lament over my situation. И тогда вот мы иногда мы думаем, что ради блага других я должен находиться в такое хорошее положение, чтобы люди они не скорбили обо мне. When we get sick, когда мы заболеваем, other people become unhappy. Другие люди они несчастны от этого. And they have to do service to help us get well. И им надо совершать служение какое-то, чтобы помочь нам выздороветь. You might say, well, that's pretty good. Мы можем подумать, ну это так здорово. They get to do service. А они могут нам что-то послужить. But don't get sick because you cause other people problems. Но не становитесь, не заболевайте, потому что из-за того, что вы можете причинить проблемы другим. So the devotee always tries to do their best and stay in the best possible health, and so others will also benefit. И поэтому преданный старается изо всех сил действовать так, чтобы оставаться в самом лучшем здоровье, так, чтобы другие тоже получили от этого блага. Sometimes we don't care about ourselves too much. Иногда мы вообще не заботимся о себе. Whatever happens, happens.
Все, что бы ни произошло, пусть произойдет. But how about the people who care about you? How will they feel? Ну как насчет людей, которые будут о нас потом заботиться, как, что они будут чувствовать? So for the sake of others, we take care of ourselves. И поэтому ради блага других мы должны заботиться for о себе. The sake of others, we become Krishna conscious. Ради блага других мы должны стать сознающими Кришну. So it's not, and this is what Lord Chaitanya was trying to communicate to Sanatana Goswami. By you doing this to yourself, you're causing me pain. Это то, что Господь Чайтанья хотел передать, как-то, ну, объяснить Санатане Госвами, что ты, поступая таким образом, ты причиняешь мне боль. But Sanatana Goswami wasn't wrong. Но Санатана Госвами, он не был неправ. Because he was acting out of his natural humility. Потому что его поступки были продиктованы его естественным смирением. I'm so wretched, I'm so low. What is the use of my existence? Его смирение было таково, что он думал: я такой проклятый, такой падший, и какой смысл в моем существовании? That was his natural humility. Это было его естественное смирение. One day, when Sanatana Goswami arrived at the door of Lord Chaitanya's place in Varanasi, однажды, когда Санатана Госвами пришел к дому Господа Чайтаньи в Варанаси, he was traveling for a long time. Он путешествовал в течение долгого времени. And he hadn't taken proper bath. Он недолго времени совершал омовение. His clothes were full of holes. И его одежда была грязная. And he wasn't clean shaving. Он долго не брился. He went out and sat by the door of the place where Lord Chaitanya was staying. И вот он сел под дверью того места, где остановился Господь Чайтанья. Lord Chaitanya said to his assistant, "There's somebody at the door." И Господь Чайтанья сказал своему слуге: "Там кто-то под дверью сидит." So his assistant Daruka went out there and looked. И Дарука, его помощник, спустился и посмотрел. He came back. He said, "There's only a Muslim mendicant out there. There's nobody." И он поднялся, ему сказал: "Господь Чайтанья, там какой-то мусульманский монах и никого другого больше нету." He said, "You fool! That Muslim mendicant is Sanatana Goswami. Tell him to come in." И Господь Чайтанья сказал: "Ты просто глупец. Этот мусульманский монах это Санатана Госвами. Скажи ему, чтобы он поднялся ко мне." So the Lord went personally to the door. And brought Sanatana in. И тогда Господь он лично спустился, подошел к двери и привел в дом Санатану Госвами. The Lord didn't like the way he looked. Но Господу не понравилось, как он выглядел. And he called him a Даравеш. Он называл его Даравеша. Prabhupada translated hippie. Прабхупада перевел это слово как хиппи. No hippies allowed. Хиппи не пускают. Prabhupada said, "I turned hippies into happies." Прабхупада говорил, что я превратил хиппи в хэппи. You were all hippies, now you're happies. Раньше вы были хиппи, сейчас вы хэппи, счастливые. So then Sanatana Goswami understood. So he went, took bath, and became clean shaven. Prabhupada said, "We should shave up." И Санатана Госвами понял вот это, что имел в виду Господь Чайтанья. Он совершил омовение, побрился. И Прабхупада говорил, что мы должны брить голову. That is the emblem of a Vaishnav. Быть побритым. Looking clean and neat. Быть побритым — это один из признаков Вайшнава. Быть чистыми и, ну, хорошо одетыми. The ladies dress in beautiful saris and look so colorful and attractive, and the men keep nice short hair and tilak, sika, like that. Что девушки должны одеваться прекрасно, разноцветные сари, должны быть выглядеть привлекательно, мужчины должны иметь короткую стрижку, тилаку и шику. Тилак. Тилака. Very important. Это очень важно. Lord Chaitanya said, "Any forehead that doesn't have tilak is a crematorium." Господь Чайтанья говорил, что каждая голова, на которой не стоит тилак, это просто крематорий. Hare Bo. Hare Krishna. What is a crematorium? A place where the body is dead. There's no life in it. Что значит крематорий? Значит то, что это тело, оно мертво, там нету жизни. Anyway, that's Lord Chaitanya. Так или иначе, Господь Чайтанья. Он был довольно строг. Of course, after these kirtans, all the tilak goes. Конечно, после таких долгих киртанов все тилаки они смываются. But the devotee should wear tilak. Но преданных должна стоять тилака. Because sometimes when people see us, they think, "What is that?" Иногда люди смотрят на нас и думают, а и говорят, а что это такое? Tell them it's sacred clay. И мы говорим, что это священный елей. Body is a temple. Тело это храм. And these are markings on the temple, which indicate that the body is a place
for the soul. А эти знаки — это знак то, что это храм, то есть значит то, что тело — это храм для души. But there's two souls in the body. Но в теле есть две души. The individual soul, you and Krishna. Вы индивидуальная душа и Кришна. So the body is a temple. Like when you come into the temple, there's Krishna and there you are. Это храм, как вы приходите в храм, там есть Кришна и есть вы. So the temple is like the transcendental body of the Lord, and the individual body that we have is also a temple because Krishna is there. И храм — это одно из тел Господа, и наше тело — это тоже храм Господа, потому что мы там находимся, и там Господь. And when Lord Chaitanya sees nice tilak, he thinks, oh, here's a Vaishnav. И когда Господь Чайтанья видит хорошую, красивую тилаку, он думает, о, это Вайшнав или Вайшнави. It doesn't cost much. Это не слишком сложно. In fact, you can get it free. Недорого стоит, это можно вообще бесплатно получить. Do you have any gopi chandan? Спросите у преданных, а у вас есть немножко гопи чандана? It looks so nice. It's like our makeup. Это красиво, это наша косметика. The ladies, they like to wear makeup, right? Девушки, они любят накладывать косметику. For men, they think, what's this makeup, you know? Ну, мужчины думают, а что за там какую-то косметику на себя там делать? But it's nice. Накладывать. It reminds us of Krishna. Ну, это хорошо, это напоминает нам о Кришне. There's one story. Как есть одна история. There was a big factory, corporation. Там была одна большая корпорация, такая фабрика. And it was all Hindus working there. И там работали одни индусы. And the owner of the company was a Hindu. И владелец этой компании тоже был хинду. And then he sold the factory, the corporation, to a Muslim. И он продал эту компанию, эту фабрику мусульманину. And the Muslim said, now anybody who comes to work with tilak, you're fired. И мусульманин сказал, что каждый, вот если кто-то придет еще на работу с тилакой, он уволен. So next day everybody came without tilak except one man. И на следующий день все пришли без тилки, кроме одного человека. And the man was thinking, this is my religion. I don't care what he thinks. I'm going to wear it. Этот человек, он думал, что это моя религия, мне все равно, что он говорит, все равно буду ставить тилаку. So the Muslim owner said, I told you. If you come to work, you'll get fired. И мусульманин, он сказал ему, я же предупреждал тебя, если ты придешь на работу с тилакой, то ты уволен. He said, this is my religion, I am not changing. И тогда он сказал, что это моя религия, я не могу ее изменять. The Muslim man said, okay, you can wear it, but nobody else. И тогда мусульманин сказал, хорошо, ты можешь носить тилаку, а все остальным нельзя. Because he was willing to sacrifice whatever he had to sacrifice in order to practice what he felt was his value, his religion. Потому что этот человек, он был готов пожертвовать всем, что было дорого для него, то, что он считал своей религией. So that's humility. И это религия. Это смирение. Means to act on behalf of the Lord. Смирение значит действовать ради Господа. So we hear many beautiful stories about Sanatan Goswami. Итак, вот есть много прекрасных историй Санатана Госвами. Санатана Госвами was associating with Jagarananda Pandit. Санатана Госвами, он общался с Джагарананда Пандитом. And Jagarananda Pandit was junior to Sanatana Goswami. И он был более младшим по отношению к Санатане Госвами. So Sanatana Goswami started to speak with Jagarananda Pandit about what he should do. Should he stay here or should he go to Vrindavan? И Санатана Госвами начал спрашивать у Джагарананда Пандита, вот что ему делать, Санатана Госвами, оставаться здесь или уйти во Вриндаван? So Jagarananda Pandit started to instruct Sanatana Goswami, actually, I think it'll be better if you go to Vrindavan. И тогда Джагарананда Пандит начал давать наставление Санатане Госвами, он сказал ему, что я думаю, что лучше для тебя будет отправиться во Вриндаван. So Sanatana Goswami told Lord Chaitanya that Jagannanda Pandit suggested I go to Vrindavan. I didn't know what to do, and he gave me the idea. Lord Chaitanya became very concerned. И когда Санатана Госвами сказал Господу Чайтанье, что я, когда тот, да, Санатана Госвами сказал, что я спрашивал у Джагананда Пандита, что мне делать, оставаться или идти во Вриндаван, тот дал мне совет, и я теперь знаю, как мне надо правильно поступить. Господь Чайтанья, он стал очень серьезным. He said, who is this Jaga? Он сказал, кто это Джага? Didn't even say his whole name. He said, он даже полное имя не произнес. Он сказал, просто Джага. Он просто мальчишка. Who is he to instruct you? Кто он такой, чтобы давать тебе наставление? You are senior to him.
ты старше по отношению к нему? Разве он не знает правильного этикета? Кем он считает себя, возомнил? Господь Чайтанья был вне себя. Но Санатана Госвами, хотя он был и старшим, он принял совет от того, кто был младшим. No matter who you are, you can always accept advice from others. Как говорится, что неважно, независимо от того, кем бы вы ни являлись, вы всегда можете принять совет от других. Says you can take gold from a filthy place. Как говорится, что можно взять золото из грязного места. Prabhupada said that if gold is given, no matter where it is, because it's gold, it's valuable. Как Прабхупада говорит, что если вам дают золото, неважно, откуда оно взято, так как это золото, оно имеет ценность. И можно получить хороший совет даже от тех, кто не предан. И иногда непреданные, они являются инструментами в том, чтобы научить чему-то преданным. Конечно, мы специально этого не ищем, но иногда это происходит. There was one story of one of our senior sannyasis. He was on an airplane. The airplane landed, and he was late, so he was trying to get off first. Как был один старший саньяси, который он летел на самолете, и самолет опоздал, и когда самолет приземлился, он пытался первым выскочить, потому что он опаздывал. So he was kind of pushing his way. И он так вот расчищал себе дорогу. So one lady, she was on the plane. И там в самолете была одна женщина. And she spoke to him. Она сказала ему, she said, does your religion to teach you to become impolite? Это что, ваша религия, она сказала, учит вас тому, как быть невежливым? He realized he wasn't acting properly. И он понял то, что неправильно вел себя. So Krishna taught him through that lady. Итак, Кришна научил, преподал ему урок через эту женщину. That sometimes we can learn from the non-devotees. И иногда мы можем учиться от непреданных. So there's some many, many beautiful stories about humility in Lord Chaitanya's leelas. Есть очень много. All of Lord Chaitanya's pastimes are full of this quality of humility. Есть очень много замечательных историй о проявлении смирения в играх Господа Чайтаньи. На самом деле все игры Господа Чайтаньи, они полны описанием этого качества смирения. Калавечи Шридхар. Калавечи Шридхар. He was so poor. Он был таким бедным. He had nothing. У него ничего не было за душой. But he had one occupation. He would sell, he would make banana cups, banana leaves and banana plates from the leaves of a banana tree, and he would sell, and whatever he collected, he would give half to worship for Mother Ganga, and somehow he would live whatever was left. У него были банановые деревья, и он с листьев этих деревьев, он продавал листья и делал из них такие чашки, и тоже продавал их. И все, что он получал как выручку, он половину этого отдавал на поклонение Господи Матери Ганге, а на остальное как-то ухитрялся прожить. So Lord Chaitanya would every day come and buy banana cups and banana plates from him. И Господь Чайтанья каждый день приходил и покупал у него листья банановые и банановые тарелки. И Калавечи Шридхар не знал, кто такой Господь Чайтанья. Он думал, что это просто очень прекрасный брахман. And he respected Lord Chaitanya, although he didn't know he was the supreme. Он с уважением относился к Господу Чайтанье, хотя и не знал, что это Верховный Господь. So, Lord Chaitanya would tease him. И Господь Чайтанья его так мучил постоянно. He'd say, Калавечи, how much is it? Он говорил, Калавечи, сколько это стоит? And Калавечи would give his price. И Калавечи давал свою цену. And Lord Chaitanya would say, "It's too much. You're cheating the Brahmins." И Господь Чайтанья говорит, это слишком дорого. Ты обманываешь Брахманов. You're just trying to make money off us. Ты пытаешься на нас заработать деньги. And you have a lot of money saved. Я знаю, у тебя там слишком много денег припрятано. Я знаю, то, что ты богатый человек. И в один из прекрасных дней я выведу тебя на чистый свет и покажу. No, actually, this is the best price. You can go anywhere. You can find. You will never find any better price than this. Он говорит: не, подожди. Это самая лучшая цена. Ты можешь пойти повсюду и нигде не найдешь лучшую цену, чем эту. I have nothing. У меня ничего нету. Look at my clothes. Посмотри на мою одежду. There was more holes than clothes. Там было больше дырок, чем одежды. And he would take the holes and tie it together like that to cover the holes. Он брал вот это, там места, где дырки, он просто завязывал узелки, чтобы не было видно дырок. He was so poor.
Он был таким бедным. Он ел, готовил немножко шака. Some cardboard, some tin. Ну, у него там была какая, как бы, как cardboard. Box, you know what the box is? You make a box, you know the box. Ну, были такие коробочки, одним словом, то есть, ну, немножко мебели совсем какой-то там вообще не было, чуть-чуть было. Сундук был такой, да. Cardboard. Да, но. Cardboard? Anyway. Box, you know, box. Такая коробка, да, сундук такой. Сундучок был. So he made house from boxes. И вот с таких вот, с таких коробок, да, вот он сделал дом. And his roof had holes in it. И у него в крыше были дырки. When it rains, the water would come inside. И когда шел дождь, то вода проникала and внутрь. He had no possessions. И у него не было никакой собственности. Не, на самом деле, одна вещь у него была. У него был такой железный горшок. Это был железный горшок. Он использовал его для всех нужд. Для всех целей, когда надо была вода. И там было много дырок, и то есть эта вода оттуда проливалась. It's described that even a desperate thief would never steal that. Как говорится, что даже самый отчаявшийся вор никогда бы не покусился на этот горшок. And Lord Chaitanya came one time and took the water pot and started drinking out of it. И однажды Господь Чайтанья пришел, он взял этот горшок и начал с него пить воду. He said, "What are you doing?" И Кнача сказал: "Ты что делаешь? This is not for you. Это не для тебя. This is contaminated. Это оскверненное." Lord Chaitanya said. This is the best water I ever had. И Господь Чайтанья сказал, это лучшая вода, какую я пил в своей жизни. And when night come, he would just chant the holy names of the Lord all night. И когда наступала ночь, то около вечера Шридхара, он всю ночь напролет повторял святые имена. And he would chant so loud. И повторял святые имена так громко. He would keep the neighbors awake. Что он будил всех соседей. And they would get angry with him. И начинали гневаться на него. And they'd say, "Shridhar, shut up." Они говорили: Шридхара, заткнись. We know you're hungry because you're not eating. Мы знаем то, что ты голоден, что ничего не ел. So they take some squash and they throw it at him. They say, "Here, eat this and shut up and go to sleep." Они брали там какой-то кабачок и бросали ему туда прямо в комнату, говорят: "Поешь это и ложись спать." But he would continue to chant anyway. Но он все равно продолжил повторять святое имя. I think you have some neighbors here like that. Я думаю, что у вас есть такие соседи здесь, да? Похожие. These Hare Krishnas, they just... They left. Oh, that's good. They like you. They laugh at you. Oh, that's good. Они смеются над нами, как это Прабху говорит. They laugh at us. Yeah. Смеются. Oh, that's fun. Okay. We are kind of funny sometimes. Ну, иногда да, мы иногда мы такие забавные. Выглядим забавно. Иногда, когда мы машины ставим прямо под их дверьми, то они начинают гневаться на нас. As long as they're laughing, as long as they're not throwing. Ну, по крайней мере, они не выбрасывают вас отсюда, не прогоняют вас отсюда. So, but he would keep chanting. Ну, так или иначе, он продолжал повторять все святые имена. Not long after that, Lord Chaitanya came to the house of Shrivas Thakur. И спустя какое-то время Господь Чайтанья пришел в дом Шривас Такура. Now, Lord Chaitanya was always in the mood of a devotee. И Господь Чайтанья всегда находился в настроении преданного. He never liked to be called God. Ему никогда не нравилось, когда его называли Богом. And if anybody referred to him as God, he would block his ears and say, Вишну, 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 Вишну. И когда кто-то называл его, обращался к нему как к Богу, он закрывал свои уши и начал повторять: Вишну, Вишну, Вишну. He said, God is God, we are servants of God. Он говорил: Бог это Бог, а мы слуги Бога. But one day he came to the house of Shrivas Thakur. He took all the shalagrams off the altar of Shrivas. He sat on a shringasang, put the shalagrams on his lap and said, begin the worship. Но в один прекрасный день Господь Чайтанья пришел в дом Шривас Такура. Он взял, собрал все шалограммы Шилы с алтаря Шриваса Такура, сам уселся на алтарь, поставил эти шалограммы себе на колени и сказал: поклоняйся мне. И представьте себе только, насколько счастливы были преданные. Наконец-таки он позволил нам поклоняться себе. И начали поклоняться ему. The Agor Arti song. Kibajayon!
jaya gaura chande aruti ke sohomba. This is where that song came from the house of Srivas Thakur, adoring this Mahaprakash Lila. И они начали петь вот этот баджан, который мы поем, да, это именно оттуда вот началось вот это вот пение этого баджана с момента, когда проходила Махапракаш Лила. And they offered him nice bhoga. Они предложили ему замечательную бхогу. He ate everything. Он все съел. And they bathed him from the water of the Ganga. Они омыли его водой из Ганги. How did they bathe him? И как они его умывали? The devotees lined up. Преданные, они лежали на земле. And people were standing in the Ganga filling water pots and passing it to the next person all the way up. And then the persons next to Lord Chaitanya would pour the water over him. And he was getting his bath. Прошу прощения, преданные, они стояли так вот один за одним, такая линия были преданных. И те преданные, которые были в Ганге, они набирали воду в горшки, передавали из рук в руки. И тот преданный, который был рядом с Господом, он выливал это на Господа. While this was going on, Lord Chaitanya noticed there was one lady, she was standing in the Ganga. И когда все это происходило, Господь Чайтанья заметил, что там была одна женщина, которая стояла в Ганге. Way in the back. Она была там далеко-далеко сзади. And she was just filling the pots and giving it to the other devotees. Она просто наполняла эти горшки, передавала их другим преданным. Lord Chaitanya said to Srivas, he called him over, he says, who's that lady? И Господь Чайтанья заметил это, и он позвал Шривас Такура, спросил, а кто эта женщина? Shivas said, "That's my maid servant. Her name is Dukhi." И Шивас сказал, "Это моя служанка. Ее зовут Дукхи." Dukhi. Dukhi. Dukhi means miserable. Dukhi значит несчастная. Or unhappy. Или несчастливая. Lord Chaitanya said, "We will give her a new name." И Господь Чайтанья сказал, что мы дадим ей новое имя. She will now be known as Sukhi. С этого момента ее будут звать Сукхи. Or happy. Счастливая. He blessed her. Он благословил ее. Why? Почему? Because he saw she was way in the back, just assisting the other devotees, not trying to get any recognition for herself. She was happy just serving devotees. Он отметил, что она была далеко-далеко сзади, она не пыталась получить какую-то славу, признание в отношении к себе. Она была счастлива тому, что просто служила другим преданным. And when Lord Chaitanya saw that, he understood she's very humble. So he blessed her. И когда Господь she got love of God. И Господь Чайтанья, когда он увидел это, он понял это, и он увидел то, что он дал ей любовь к Богу. When Lord Chaitanya was there on earth, he would bless somebody and immediately they get love of God. Потому что она была смиренна. Когда Господь Чайтанья находился на земле, когда он давал кому-то свое благословение, этот человек немедленно получал любовь к Богу. If he wanted to give love of God, he just give it and that person would be pure. Если Господь Чайтанья хотел кому-то дать любовь Богу, Он давал ее этому человеку, и тот сразу очищался. Если Он вас проклинал, ого! Конечно, Он так не так-то часто делал. Итак, Господь был в очень хорошем настроении. И Он хотел дать благословение и милость другим. И Он сказал всем преданным, ask for me anything you want. Просите у меня все, что только не захотите. Whatever you want, I will give. Все, что вы не попросили, я вам дам это. So the devotees were thinking, what should we ask for? И преданные думали, о чем же попросить? So the devotees were asking for different. They were saying, well, make my father a devotee. И они спрашивали разные вещи. Сделай, пожалуйста, моего отца преданным. Or give my friend your mercy. Пролей свою милость на моего друга. Nobody was asking for themselves, they were asking for others. Никто не просил благословения для себя, все просили для других. И Господь Чайтанья был очень счастлив. He saw there was one person there. Он увидел, что там был один человек. It was Murari Gupta. А, это был Мурари Гупта. He said, Murari. Он сказал, Мурари. Look. Посмотри. And Lord Chaitanya turned into Lord Ram. И он превратился в Господа Рама, Господь Чайтанья, прямо на глазах у Мурари Гупты. Because Murari Gupta is an incarnation of Hanuman. Он мог понять, что было в сердце Мурари Гупты, потому что тот был инкарнацией Хануман. To give Hanuman the darshan of his worshipful Lord, Lord Chaitanya took the form of Ram. И вот чтобы дать Хануману даршан Господа, которому тот поклоняется, Господа Рама, Господь Чайтанья принял облик Господа Рамы. And Murari was overwhelmed with happiness. И Мурари был вне себя от счастья. But then Murari looked, and he had a tail.
Ну, и затем Мурали посмотрел и на себя и увидел, что у него хвост появился. И он понял, что он уже больше не Мурари, он в теле обезьяны. Он принял облик Ханумана, даже не прилагая к этому никаких усилий. И тогда он уже мог по-настоящему поклоняться Господу Чайтанье, как Господу Раме. И Господь Чайтанья хотел доставить удовольствие всем своим преданным, хотел, чтобы только они были счастливы. И он сказал, Шрила Харидас Такур, попроси благословение. И Харидас Такур сказал, ну просто видеть тебя, Господь, это уже благословение. Он спросил, нет, попроси благословение. My Lord, I don't want anything. I'm happy. Но тот сказал, ну, Господь, я не хочу ничего, я счастлив. But since you insist, но так как ты настаиваешь, then any life I take, please give me the chance to be, to take the remnants of your devotee in whatever house I am born in. Но он сказал тогда, что в каком бы рождении я ни рождался, пожалуйста, дай мне шанс питаться остатками пищи от твоих преданных. In fact, I would like to take the birth of a dog in the house of your pure devotee, so I can get the foodstuffs of that pure devotee. И он сказал, на самом деле я хотел бы родиться как собака в доме твоего чистого преданного, чтобы я мог всегда питаться остатками пищи этого преданного. So the Lord was very pleased with. И Господь был очень доволен тем, что сказал Шрила Харидас Такур. He said, birth after birth, just give me the chance to take the remnants of the foodstuffs offered to your pure devotees. Он когда тут попросил, что, пожалуйста, позволь мне жизнь за жизнью питаться остатками пищи твоих чистых преданных. So then, one devotee said, my dear Lord, give Mukunda, your associate, give him love of God. И тогда один преданный сказал Господу, «Дорогой Господь, пожалуйста, дай Мукунде, одному из твоих спутников, любовь к Богу». Lord Chaitanya became very silent. И Господь Чайтанья, он резко замолчал. And he was becoming angry. И даже начал гневаться. Mukunda? Mukunda. He's offender. Он оскорбитель. What? The devotees were shocked. Как? Преданные были в шоке. He's such an intimate associate. Это, when he sings, you dance. Это такой близкий спутник, когда он поет, ты же танцуешь. How is it possible? Как это возможно? Mukunda, he is like a person who worships you by offering nice things to you, but at the same time he beats you on the head with a stick. И Господь сказал, что преданный подобен человеку, который поклоняется вам, предлагает вам какие-то хорошие вещи, и в то же самое время бьет вас по голове. He worships your feet and beats you on the head with the stick at the same time. Он одновременно поклоняется вашим стопам и бьет вас по голове. Then the Lord explained, he every day he goes out in the evening and he listens to all kinds of talks on different philosophies. And some of them are Mayavadis. Some of them are Karmakandas. He listens to anyone, and he agrees with everybody. И Господь Чайтанья сказал, что каждый вечер он отправляется и слушает все разные вещи, которые говорят разные философы. Иногда слушает Майавади, иногда Кармаканди, и со всеми ими соглашается. The Lord was angry. Господь был в гневе. The devotees thought. And then the Lord said, I don't ever want to see Mukunda again. И преданные задумались, и тогда Господь сказал, что я больше не хочу видеть Мукунду. Now the devotees were thinking, what is this? Mukunda is so dear to the Lord. Now the Lord is telling, he doesn't ever want to see again Mukunda. И преданные подумали, как это так? Мукунда так дорог Господу, и теперь он говорит, что он не хочет больше видеть его. And Mukunda was there, and he was listening to all this. А Мукунда был там, он все это слышал. And when he heard that, he started to cry. И когда он это слышал, он начал плакать. And the devotees didn't give up. А преданные, они не успокаивались. They said, my dear Lord, они сказали ему, дорогой Господь, give him another chance. Дай ему еще один раз шанс. He's such a dear devotee. Это такой дорогой твой преданный. The Lord went, okay. Mukunda, he can come and see me after 10 million births. И тогда Господь Чайтанья задумался и сказал, хорошо, Мукунда может прийти и увидеть меня через 10 миллионов рождений. Mukunda heard that. И Мукунда это услышал. He started to sing. Он начал петь. And dance. И танцевать. Only 10 million births. А всего там 10 миллионов рождений. Only 10 million births. Всего 10 миллионов рождений. I will see. I will я увижу, see. Я увижу. Only 10 million births. Всего 10 миллионов рождений. He was willing to wait 10 million births to get the Lord's darshan again. Он был готов ждать 10 миллионов жизней, чтобы получить даршан Господа снова.
When the Lord heard that, he said, "Bring him immediately." И когда Господь Читания услышал это, он сказал: "Приведите его прямо сейчас." Because he was patient. Потому что он терпелив. Patience is a virtue. Терпение – это хорошее качество. We're enthusiastic in our devotional service. Когда мы энтузиастичны в преданном служении. But without patience, we can't remain enthusiastic. Но если у нас нет терпения, то мы не сможем сохранить энтузиазм. Patience is a very wonderful and important quality. Терпение – это очень удивительное и важное качество. Because love of God takes a while. Потому что надо какое-то время, чтобы обрести любовь к Богу. But a devotee finds happiness in the association of other devotees. So it's easy to become patient. Но когда преданный испытывает счастье, общаясь с другими преданными, то ему тогда проще оставаться терпеливым. If we don't take enough association with devotees, then we don't become patient. It's very hard to become patient. Если мы не будем хорошо, должным образом общаться с преданными, то нам трудно будет оставаться терпеливыми. So patience is a very wonderful quality. И терпение – это очень удивительное качество. It gets them, allows the mercy of the Lord to come into our life. Оно позволяет милости Господа войти в нашу жизнь. The devotees also said to Lord Chaitanya, "Lord Chaitanya, give your mother Sachi love of God." И преданные они также сказали Господу Чайтанье: "Господь Чайтанье, дай своей матери Сачи любовь к Богу." Lord Chaitanya again remained silent. Опять Господь Чайтанье замолк. My mother? Моей матери? She's an offender. Она оскорбительница. What? Как? Your mother, she's like the, you know, the goddess of the universe. Твоя мать, она же подобна богине всей вселенной. She is матери всей вселенной. From her you have appeared. ты родился от нее. She is so wonderful. How can she be offender? Она такая замечательная, как она может быть оскорбительницей? She offended Advaita Acharya. Она оскорбила Адвайту Ачарью. And then the Lord explained. Затем Господь объяснил. When my brother Vishwaroop used to go to Advaita Acharya to hear about philosophical teachings, my brother became so renounced and left home and took sannyas and never come back. Он объяснил, что когда мой старший брат Вишварупа, он ходил в дом Адвайта Ачарьи, и он слушал о том, как там рассказывали философию, и он благодаря этому стал отреченным человеком, и в конце концов он принял саньясу и ушел из дома. And then I started to go. И затем я начал туда ходить. I was listening to Advaita Acharya. Я начал слушать Адвайта Ачарью. My mother was thinking, "Oh, I'm going to lose another one." И моя мама, она подумала, что я потеряю еще одного сына. So this Advaita, he's not Advaita, he's Dvaita. И она подумала, что этот Адвайта, он не Адвайта, он Двайта. Advaita means non-dual, but Dvaita means dual. He's dualistic. Адвайта значит не двойственный, но Двайта значит двойственный, то есть он как бы это дуализм, да, двойственности. But she didn't speak it. She just thought it. Она это не сказала, она только подумала об этом. But Lord Chaitanya knew. Но Господь Чайтанья знал. Therefore he said, "My mother's an offender." И поэтому он сказал, что моя мать, она оскорбительница. She was thinking badly about Advaita Acharya. Она плохо думала об Адвайте Ачарье. My dear Lord, how can she get free from this so-called offense that you say she made? Ну, и он сказал, тогда преданные спросили: "Мой дорогой Господь, как она может освободиться от так называемого оскорбления, которое она совершила?" She has to take the dust on the feet of Advaita and put it on her head. И Господь ответил: "Она должна взять пыль со стоп Адвайты и поместить ее себе на голову." Now, Sachi was there, she was listening. И мать Сачи, она была там, она все слышала. И там была Адвайта Ачарья. And he was thinking, "I'll never allow her to touch my feet and put it a dust on her head." И тогда Адвайта подумал, что я никогда не позволю ей коснуться моих стоп и повесить на свою голову. Она мать всей вселенной. To put my foot dust on her head? No way. И ни за что, чтобы она поместила мою пыль с моих стоп себе на голову. So what was Sachi to do? Advaita was not going to give the dust. И что могла поделать Сачи, потому что Адвайта же не хотел давать ей свою пыль со стоп. И затем начался киртан. Это был очень эстетичный киртан. And Advaita Acharya fainted. И Адвайта Ачарья упал в обморок. And when he fainted, Lord Chaitanya looked at his mother and said, и когда он упал в обморок, Господь Чайтанья посмотрел на мать и дал ей знак. And she went over and took the dust. И она подошла, взяла пыль со стоп.
special mercy. Особая милость. Did Sachi commit offense by thinking like that? И что, правда ли, что Сачи совершила оскорбление, думая так? Not really. На самом деле нет. But Lord Chaitanya used that example just to teach us that we should never think bad about another devotee. Но Господь Чайтанья использовал это как урок для нас, чтобы мы поняли, что никогда нельзя даже думать плохо о других преданных. Because thinking bad may also lead to speaking bad, and speaking bad becomes an offense. Потому что если вы плохо думаете, вы начнете плохо говорить о нем, а говорить плохо — это оскорбление. So Lord Chaitanya wanted to teach that. И Господь Чайтанья хотел нас этому научить. Then after some time, now this was going on for 23 hours, this festival. И через какое-то время вот этот весь фестиваль проходил в течение 23 часов. So at one point, Lord Chaitanya said, "Go find Sridhar." И в какой-то один момент Господь Чайтанья сказал: "Идите, найдите Шридхара." He told his devotees. Он сказал своим преданным. The devotees said, "Who's Sridhar?" А преданные спросили: "А кто этот Шридхар?" We don't know who he is. Мы даже не знаем, кто он такой. You just go in that direction and you call out his name. Идите в этом направлении, Господь сказал, и зовите его по имени. So the devotees went, and they start calling out, "Sridhar, Lord Chaitanya wants to see you." И они пошли туда и начали звать: "Шридхар, Господь Чайтанья хочет тебя увидеть." And after calling for some time, Sridhar said, "Someone's calling my name?" И через какое-то время вот Шридхар услышал и подумал: кто-то зовет меня по имени. It's Nimai Pandit. И они сказали: "Да, это Нимай Пандит зовет тебя. Он хочет увидеть тебя." Oh, that Brahman, Nimai Pandit? О, этот Брахман Нимай Пандит. So he went. Он пришел came туда. With the devotees, but when he saw Nimai Pandit, he saw him as the Lord, and he fainted. И он пришел туда, и тогда он увидел Нимай Пандита и увидел, что это же Господь, и он упал в обморок. He lost consciousness. Потерял сознание. After some time, he came back to consciousness. И через какое-то время вернулся в сознание. And he saw Nimai Pandit as the Supreme Lord. И видел, что Нимай Пандит — это Верховный Господь. Lord Chaitanya said, "Sridhar, you are so dear to me." И Господь Чайтанья сказал ему: "Шридхар, ты настолько дорог мне. Therefore, take some benediction." Попроси у меня какое-то благословение. My dear Lord, I don't need anything. Мой дорогой Господь, мне ничего не надо. He didn't have anything. У меня ничего нет. But still, he said, "I don't need anything." Но он сказал, что у него ничего не было, но он сказал, что все равно мне ничего не надо. Но Господь Чайтанья сказал, что я хочу тебе что-то дать. Возьми что-то от меня. Когда Господь хочет ему что-то дать, надо что-то брать. И он сказал ему: "Хочешь хорошую жену? Хочешь дворец? How about an island? А как насчет целого острова? How about your own planet?" А как насчет целой планеты собственной? And Sridhar said, "My dear Lord, why do you want to give me so much trouble?" И Шридхар сказал: "Ну, дорогой Господь, почему ты хочешь мне послать столько много проблем?" I'm happy. Я счастлив. You want to give me all these things? They're just problems. Ты хочешь дать мне все эти вещи, которые принесут одни только проблемы? He was thinking all these gifts that everybody is chasing after. It's just a big headache. Он думал, что все эти вещи, эти подарки, за которыми все бегают, это просто головная боль. So the Lord said, "All right, we'll take something." И Господь сказал: "Хорошо, но хоть что-то возьми." I want to give you something. Я хочу тебе что-то дать. So he said, "My dear Lord." И тогда Шридхар сказал: "Мой дорогой Господь, life after life, жизнь за жизнью, wherever I am, где бы я ни находился, приходи ко мне и покупай мои банановые листья и тарелки. And keep continuing to harass me like you do." И постоянно мучай меня, как ты это делал. Because if I see your beautiful form, that's all I care. Потому что единственное, что я хочу, это всегда видеть твою прекрасную форму. Не хочу ничего другого. The Lord said, "All right." И Господь сказал: "Хорошо." Okay, Sridhar. Хорошо, Шридхар. That was Sridhar. Такого был Шридхар. He had nothing. У него ничего не было. But the Lord told him, "Someday I'm going to show the whole world how wealthy you are." Но Господь сказал ему: "В один прекрасный день я всему миру открою, насколько ты богат." But what he was showing was his wealth of love of God. И что он хотел показать всем — это богатство Шридхара, богатство любви к Богу. It wasn't the wealth of this world. It was the wealth of the heart, which is filled with love for Krishna. Это не было богатство этого мира, это было богатство сердца, которое было наполнено любовью к Кришне. There's different kinds of wealth. Есть разные виды богатства. There's money.
есть деньги. Higher than that is knowledge. Выше этого это знание. Higher than that is austerity. Выше этого это аскеза. And higher than that is bhakti. А выше этого это бхакти. So bhakti, bhakti is the complete wealth, because everything is there. Это бхакти это полное богатство, потому что когда бхакти есть, все остальное прилагается. So the Lord wanted to show the whole world that the real wealth is devotion to Himself, and He used Sridhar to do that. И Господь хотел показать всему миру то, что настоящее высшее богатство это преданность Ему, и Он хотел показать это все на примере Шридхара. He taught the world humility through Sanatana Goswami. Он научил весь мир смирению через Санатана Госвами. He taught the world the importance of chanting the Hare Krishna Mahamantra through Srila Haridas Thakur. Он научил весь мир важности повторения Хари Кришна Махамантры через Шрилу Харидас Такура. He taught the world the science of bhakti through Rupa Goswami. Он научил мир науке бхакти через Шрилу Рупа Госвами. So the Lord used his different devotees to teach different religious principles. И Господь Он использовал разных преданных, чтобы научить всех и каждого разным религиозным принципам. Он научил весь мир важности танцев через Бхакешвара Пандита. Бхакешвара Пандит would dance for 72 hours straight. Бхакешвара Пандита мог танцевать 72 часа подряд. The Lord sang. Господь Читания сказал, Господь пел, а Бхакешвара там Пандит танцевал. When the Lord saw Bhakeshwar Pandit dancing, когда Господь увидел, как танцует Бхакешвара Пандит, Lord Chaitanya said, he is like my wing. Господь Читания сказал,
Нандана. Джай Сачи Нандана. Джай Сачи Нандана. И когда Адвайта Ачарья понял, что Господь подходит, он сказал преданным, преданный, пейте Джай Сачи Нандана, Джай Сачи Нандана. Громче, громче. Сачи Нандана. Джай Сачи Нандана. Джай Сачи Нандана. Джай Сачи Нандана. And when Lord Chaitanya got close, he's thinking, what are they chanting? Why aren't they chanting Hare Krishna? И когда Господь Чайтанья подошел, он подумал, что они поют? Почему бы мне петь Харе Кришна? Then when Dvaita Acharya saw the Lord, he said, all the devotees became a little scared. И когда Адвайта Ачарья увидел Господа, он увидел то, что преданные немного испугались. Dvaita Acharya said, chant more, Jai Satchinanda, Jai Satchinanda, Jai. And they, all the devotees didn't know what to do. И Адвайта начал всех распалять, так давайте больше, больше повторять Джай Сачинанда, но преданные не знали, что делать. И в конце концов они опять начали петь Джай Сачинанда. И Господь Чайтанья просто повернулся и ушел оттуда, домой, и заснул. So later on, Shrivas came. И через какое-то время пришел Шривас. И Господь спросил, что эти преданные наделали? Why they're not chanting Hare Krishna? Почему они не поют Харе Кришна? So Shrivas put his hand up in the air like this. И Шривас вот так вот руку в небо поднял, так вот как бы заслоняя что-то. He said, what are you doing? И Господь Чайтанья спросил, ты что делаешь? He said, I'm covering the sun with my hand. Он сказал, я рукой своей заслоняю солнце. He said, it's not possible to cover the sun with. Господь Чайтанья сказал, ну как это можно рукой закрыть солнце? Покрыть солнце. And then Shiva says, therefore it's not possible for you to hide yourself from us. И поэтому Шива сказал, поэтому тебе, Господь, невозможно скрыть себя от нас. And Lord Chaitanya couldn't say anything. И Господу нечего было ответить. So it's just like it's impossible to cover the sun. No one can, you, your sun-like personality cannot hide from us. Подобно тому, как мы не можем рукой скрыть солнце, подобное солнцу личности, они не могут скрыться от нас. So the devotees were, the Lord was pleased, but he didn't show it. И Господь был доволен, но не показал это внешне. One time Lord Chaitanya said to Shrivas. Однажды Господь Чайтанья сказал Шривасу. Hey Shrivas. Эй, Шривас. You don't work. Ты не работаешь. You don't do anything. Ничего не делаешь. You got a big family. У тебя же большая семья. How do you live? Как ты выживешь? How do you eat? Как ты прокормишь себя? And Shrivas went. И Шривас просто хлопнул три answer. Раза. Это был его ответ. Lord Chaitanya said, what is? What does that mean? Господь Чайтанья сказал, это что такое значит, три хлопка? Shrivas said, well, one day, if Krishna doesn't feed me, two days he doesn't feed me and my family. Three days he doesn't provide what we need. I drown myself in the Ganga. Шрива сказал, один раз, один день Господь не дает мне того, что мне надо. Второй день Господь не дает мне то, что мне надо. Третий день Господь не дает то, что мне надо. Я иду на Гангу и топлюсь. Lord Chaitanya, he roared. Господь Чайтанья просто начал громко like кричать. I don't want to scare anybody. Я не буду сейчас громко кричать, не хочу никого пугать. Шивас! Even if the goddess of fortune Lakshmi has to go from a door to door with a begging bowl to beg alms, there will always be food in your house. Он начал закричал: Шивас, даже если богиня процветания Лакшми будет побираться от дома к дому, собирая пожертвования, я устрою так, что у тебя все будет, что надо. He had such faith. У него была такая вера. Lord Chaitanya was pleased. Господь Чайтанья был доволен. If you serve Krishna, Krishna provides everything. Если вы служите Кришне, Кришна вам все даст. Don't quit your job. Не надо идти на работу. Unless you have that faith. Конечно же, пока у вас такой веры нету. You have that faith. Но вот когда такая вера у вас появится, works. Это сработает. If you don't have that faith, если такой веры у вас нету, it doesn't work. Это не сработает. Krishna provides for his devotee. Кришна заботится о своих преданных, все ему дает. Have to have that faith. Которого преданным, у которого есть такая вера. Yes, correct.
Правильно, да? So, Lord Chaitanya used Srivas to show the world. И Господь Чайтанья использовал Шривас как пример всему миру. Do you have a story you would like me to tell? Может быть, есть еще какая-то история, которую вы хотели бы себе рассказать? What is your favorite? Какая ваша любимая история? So many. Столько много, да? Should we stop here? Сейчас остановиться, да? Oh, okay. How do you say questions? Вопросы. Вопросы? Is that it? Okay. Если мы ставим тилку в воду, видели эту тилку Господь Чайтанья? That's only in emergencies. Ну это в каких-то исключительных ситуациях. Every day is not an emergency. Но каждый день это не исключительная ситуация. Just like I had to come into your country. Как, например, мне надо было приехать вам в вашу страну. И мне надо было одеться в обычную одежду. Одежду, которую я никогда не ношу. Неважно, куда бы я ни отправлялся. И я написал Югатаре, и он ответил мне, никакой вайшнавской одежды. Я сказал, хорошо. Я оделся в свою одежду. And I didn't have any tilak either. И у меня тилака тоже не было. I had it on the plane. Но в самолете она у меня была. Just before I got off, I put on water tilak. Но перед тем, как выйти из самолета, я поставил тилаку водой. I wore it on the plane. Она в самолете не была. I was thinking if I go to immigrations and they see that, they'll say, "Why is your face dirty?" Я подумал, что вот если я выйду там на этот таможенный на паспортный контроль, и они увидят, посмотрят мне в лицо и скажут, а почему ваше лицо грязное? And then they ask so many questions. И будут задавать слишком много вопросов. So that was emergency. Это была исключительная ситуация. So for emergencies you can do that. В таких ситуациях это можно. Okay. Хорошо? But don't cheat. Но не обманывайте. Yes. Дамодар Пандит. Он всех критиковал, всем говорил, что вот, если кто-то что-то не делал. Вы спросите, в чем вопрос, чтобы я знал. То есть мы можем тоже, как бы, когда Дамодара Пандит, вот, на нас что-то получается делать, и мы считаем, что мы можем давать всем наставления, да? И в чем разница между Дамодаром Пандитом, как он поступал, и нами, когда мы будем так поступать, да? Да. Ага. You mentioned about Dhammadhara Pandit that he was very strict himself and he used to teach correct others when they used to do something wrong. And we also may by some activities like come up to some serious standard and do with everything perfectly, and then we also start correcting others when they do something wrong. So what is the difference between the Dhammadhara Pandits doing that and us? He did that as a service. Но он это делал как служение. We may also do it as a service, but the thing is, before you can correct others, you have to be in a position to correct others. Мы можем тоже делать это как служение, но там важный момент, что когда вы кого-то поправляете, у вас должно быть положение соответствующее, чтобы вы могли поправлять других. Temple authorities, spiritual leaders, they do that as a service to their followers, disciples. Как старшие преданные руководители храма, духовные лидеры, они делают это как служение своим ученикам и своим зависимым от них. И люди могут принять это от лидера. But if we're not in a position, sometimes people will not accept our correction, and therefore it causes disharmony.
Но если у нас нет такого положения, то люди, они могут не принять то, как мы их поправляем, и это может привести к дисгармонии. So through the process of correction, it shouldn't cause more difficulty. И поэтому вот то, что сам факт того, что вы поправляете, это не должно приносить еще больше проблем. And that sometimes it becomes like that. И иногда так и происходит. So it's a very sensitive thing, and it's really hard to say one way or the other. But better to be an example for what you want other people to be. It says that example is higher than precept. Это такая тонкая вещь, и это сложно как бы такую общую формулу какую-то дать, но лучше быть, показывать личный пример, потому что, чтобы люди могли увидеть это сами и измениться. Говорится, что пример лучше, чем наставление. Личный пример лучше, чем наставление. But a person who corrects another person has to do it for the benefit of that person, and not just because it's a disturbance. И человек, который поправляет другого человека, он должен стараться делать это ради блага этого человека, не потому, что этот человек он причиняет какие-то беспокойства. It's very sensitive. Это очень такой тонкий момент. Prabhupada spoke about that. Прабхупада говорил об этом. He didn't like people going around correcting each other. Ему не нравилось, когда люди они ходили и всех направо налево поправляли. Because it breaks down the intimacy of the relationship that devotees are meant to have with each other, and it becomes very formal. Потому что это нарушает такую близость отношений, которые должны преданные иметь между собой, и все превращается в такие формальные отношения. Better if somebody's doing something wrong to report it to some authority and let them correct it. И лучше, когда кто-то что-то делает не так, сказать об этом руководителю храма, тому, кто занимает какое-то положение. That's the safest way. Это более безопасный способ. Yes. Да, пожалуйста. Что делать, когда мы видим свои недостатки и впадаем в депрессию? Как быть в этой ситуации? Да? What to do when we look at us, our heart, and we see so many faults, and we start getting, going into depression. So, what to do in this situation? Krishna, help. Кришна, помоги. What can you do? Что мы можем делать? You get depressed. Don't stay there too long. Если вы впали в депрессию, не оставайтесь там слишком долго. В ней. Try to work on yourself. Пытайтесь работать над собой. Yeah, Krishna help. Кришна поможет. Lord Nityananda, save me. Господь Нитянанда, спаси меня. Pray for mercy. Молитесь о милости. And try to improve. И старайтесь измениться. If we just look and we see so many things and then we don't do anything or don't try to do anything, then that's not good. Если вы видите это и просто видите столько много плохих вещей и ничего с этим не делаете, это неправильно. The problem is we think we're so advanced. Проблема в том, что мы считаем, что мы такие возвышенные. When we see something, we think, И как только мы начинаем в себе что-то видеть, ух ты. The bubble is broke. Сразу наш пузырь, он протыкается. So the body doesn't think they're so advanced. И преданные, они не считают себя слишком возвышенными. The body always thinks, I have a long way to go. Преданные всегда считают, что мне еще столько много над чем работать. When Mukunda was willing to wait 10 million births, he was thinking, at least 10 million births, I can purify my heart by then. И когда Мукунде сказали, что ему надо увидеть Господа через 10 миллионов жизней, Мукунда подумал, что, ну, по крайней мере, 10 миллионов жизней у меня есть, чтобы я мог очистить свое сердце. So devotee is trying to serve. И преданный старается служить. If we have that one quality, that we're enthusiastic for service, and we're surrendered, then that's a good quality. That makes all the other qualities go to become wonderful.
Если у нас есть хотя бы одно это качество, то что мы энтузиастичны в том, чтобы служить, мы предаемся, то благодаря одному этому качеству все остальное расцветает и становится все замечательным и хорошим. If we don't have a desire to serve or desire is weak, and whatever other good qualities we have, it doesn't matter. Если у нас нету желания служить, или это желание есть, но оно очень маленькое, то какие бы у нас ни были хорошие качества, это не так важно. Just remain enthusiastic to serve. Просто оставайтесь энтузиастичны в том, чтобы служить, и все. That's the best quality. Это самое лучшее качество. Было сказано, что лекарство от гордости — это постоянно повторять святое имя, и насколько важно четко и правильно произносить слоги святого имени. Часто просто преданные этим пренебрегают. Да? Говорят, что это важное настроение. Most important is the mood, but the thing is, if you're not speaking it clearly, your mind will not be able to focus on the holy name. Да, настроение более самое важное, но если вы неправильно произносите слоги, то ваш ум не сможет сконцентрироваться на святом имени. Yeah, when you speak it clearly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then by doing that, the mind will become more attracted. If you're thinking, Hare Krishna, Hare Krishna, Если вы будете так вот как бы четко повторять, это хорошо, но когда вот так начнется пулеметная джапа, и потом в конце концов 16-й круг, чу, вот совсем не то. So one man is chanting, he's chanting, snicker, 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 rum, 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 snicker, 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 rum, 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 and he dies. И однажды один человек вот так он повторял, вот так как он хорошо показал, он умер. He wakes up and he sees this, these two people standing there. И он проснулся и видит то, что эти два человека стоят рядом с ним. He said, Who are you? Стоят два человека и спросил, кто вы такие? My name is Snicker and this is Room. Один сказал, что меня зовут Снико, а меня зовут Рум. You've been chanting our names. Ты назвал? Повторял наши имена? So, thing is, does anybody have a database with them? У кого-то есть под рукой ведабейс? Can look up a verse. Можно посмотреть там? Anybody have У кого-то есть под рукой? Okay, look up Chaitanya Charitamrita. Adi Lila, chapter 17, verse 32. Chaitanya Charitamrita, 7 глава, стих 33. Chapter 17 of Adi Lila, verse 32. 17, okay. Adi Lila. Давайте я найду, мне быстрее Adi Lila. Будет. Is it English? Maharaj, here it is. Okay. It's in English. English. Which one is? Okay, I'll read it in English because I like it. Я прочитаю по-английски, потому что мне это нравится. Then you can read it in... This is Lord Chaitanya speaking. Это говорит Господь Чайтанья. Raising my hands, I declare, everyone, please hear me. Now he's referring to this verse, Trinada Pisa Nichina. String this verse on the thread of the holy name and wear it as on your neck for continuance remembrance. Это связано со стихом Тринада Писуничина. Господь Читание говорит, воздев руки, я призываю всех, послушайте меня, нанижите этот стих на нить святого имени и носите его на шее, чтобы никогда не забывать. Now read the purport in
Yeah. Russian. Whole purport. Yeah. И вот комментарий на, к этому стиху. Тот, кто повторяет святые имена Господа, Махамантру, Хари Кришна, как правило, поначалу допускает много оскорблений, которые называются Намабхаса и Намапарадха. Такое повторение Махамантры не дает возможности обрести совершенную любовь к Кришне. Поэтому необходимо повторять Махамантру в соответствии с принципами, изложенными в приведенном выше стихе Тринада, Писуничина, Тарор и Васахишнана. В этой связи нужно отметить, что в повторении святого имени обязательно должны участвовать язык и губы. Слова Харе Кришна следует произносить с большой отчетливостью. Они должны быть ясно слышимы. Иногда, повторяя святые имена, вместо того, чтобы правильно произносить их с помощью губ и языка, люди механически издают какой-то свист и шипение. Повторять святое имя очень просто, но необходимо практиковать это со всей серьезностью. Поэтому автор Шри Чайтанья Чаритамриты, Кришнадасский Радха Госвами, призывает каждого всегда носить этот стих с собой, как кулон на шее. So Prabhupada wanted to make the point, you know, this sounds like a steam engine, right? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So try to chant clearly. Прабхупада хотел подчеркнуть этот момент. Мы должны очень четко повторять. Настроение важно. Но мы видим, что ачарьи также подчеркивают произношение. Это не то, что либо одно, либо другое. Еще вопросы есть какие-то, да? Громче, громче. Мы часто слышим истории о деяниях Господа, и периодически мы слушаем снова и снова, то есть они повторяются. И как бы там их слушать, будто в первый раз, и когда мы их слушаем, повторяются, то погружаться в них, как в первый раз услышать. То есть часто мы слышим по много раз одни и те же истории о деяниях Господа, и как нам делать это так, чтобы они нам были, как будто первый раз услышали, как погружаться в них, да? Sometimes we hear the same pastimes again and again and again and again, and how to hear them so that it would be for us like a first time, and so that we could observe in the pastimes. There's an art to hearing. Это есть целое искусство того, как слушать. One has to have faith. Должна быть вера, вера в то, что вы слышите. One has to be humble. Надо быть смиренным. To try to absorb it. Стараться в это погружаться. One should keep the mind focused on what one is hearing. Нужно держать ум сосредоточенным на том, что вы слушаете. And not get distracted. Не отвлекаться. And if one gets distracted, one should again bring the mind back. Если вы отвлеклись, нужно опять возвращать ум на повествование. And one should think about what one hears. И нужно думать об этом, о том, что вы слушаете. By thinking about it, слушая об этом, two things happen. Произойдет две вещи. You'll get some realization. К вам придет реализация. Or you may have some questions. Или у вас возникнут какие-то вопросы. Or either one or both. Или же и то, и другое. This is the art of hearing, as explained in Padma Purana. Это искусство слушания, как это описано в Падма Пуране. Faith in the message. Вера в послание. A simulation of the message. Мы должны как впитывать в себя это послание. And don't allow the mind to go anywhere else. Не позволять ему куда-то отвлекаться. Think about what you hear. И думайте о том, что вы слушаете. And two things will happen. И произойдет две вещи. You get some realizations. Вы получите реализацию. Or you get questions. Или же у вас появятся вопросы. Or both. Или же то и другое. If you're not getting either one of these things, that means you're not practicing hearing completely. Если у вас ни того, ни другого не происходит, значит вы неправильным образом, неполным образом практикуете слушание. So think about what you hear. Итак, думайте о том, что вы слушаете. Think about what you hear, why you're hearing it. Думайте о том, почему, что вы слушаете и почему вы об этом слушаете. Try to hear with faith and with absorption. Слушайте это с верой и пытайтесь в это погружаться. And then, even though you hear the same thing over and over, it's always fresh.
И тогда, если вы будете слушать те же самые вещи, которые уже слышали, это будет для вас вечно новым. Как одна вещь, которую мы постоянно слышим, о том, что мы не тело. Много раз слышали, правда? Но в один прекрасный день вы поймете, что вы услышали. И это совершенство слушания, когда вы осознали то, что вы услышали. Поэтому повторение важно, так как это приводит к реализации. То есть думайте о том, что вы слушаете. На каком этапе мы можем начинать избирательно слушать каких-то конкретных игр Господа? В какой-то расе это конкретный подразумевается, да? Какова наша квалификация для того, чтобы мы начали это? On which stage can we start like hear about some particular pastimes and particular rasa? Which should be our qualification to start hearing about particular pastimes? Prabhupada is given. Anything in Prabhupada's books you can read. Ну, Прабхупада дал нам все в своих книгах, и мы все это можем слушать, читать. The Bhagavatam's full, the Chaitanya Charitamrita is full of lilas. Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита полны лил. Tenth Ketta is full of Krishna lilas. Десятая песня полна игр Кришны. Have you realized those yet? А вы уже все это осознали? Okay, you can keep reading them. Тогда продолжайте читать это. They're always fresh. Они вечно новые. Prabhupada said, my books are like a sweet ball. Any if you bite the sweet ball on the top, the bottom, the middle, or the center, it's all sweet. Prabhupada говорил, что мои книги не подобны сладкому шарику, откуда бы вы ни откусили, с середины, с одного конца, с другого конца, это все одинаково сладкое. So, if you like Lord Chaitanya's pastimes, you can hear about that. You like Lord Krishna's, hear about that. You like Lord Nisringadev's, Lord Ram's. They're all available. In fact, we should do that. Если вы хотите слушать о играх Господа Чайтанья, слушайте, о играх Господа Кришны, слушайте, Господа Чайтанья, Господа Нарсимхадева, Господа Рамачандры. На самом деле, мы должны знать все эти игры. But if you go to some of the Goswami's literature to hear those esoteric pastimes of Krishna and Radha and Vrindavan, intimate pastimes, you may not be qualified to hear. Но вот если брать вот такие сокровенные игры, которые описываются в книгах Госвами о том, что в отношениях Радхи, Кришны и Вриндаване, то, может быть, вот к этому у вас нет квалификации. Better to hear, the pastimes given by the acharyas like that, who are like Srila Prabhupada or his devotees like that. И тогда слушать какие-то вот о том, что написано в книгах ачарьев или в книгах Шри Прабхупады. Yes. Да, пожалуйста. Услышал, да? 10 миллионов. Процесс постепенно, мы как бы тормозим, то есть не прикладываем больших усилий, как бы, это постепенный процесс, зачем так рвать, развиваться, постепенный процесс, надо растянуть во времени. Есть вторая тенденция, что некоторые очень решительно так говорят, что бактериально такой за 3 дня надо не брить, давайте там больше кругов, за более быстрое время, больше служения, как правильно между этими вещами. То есть, как правильно найти баланс между тем, чтобы не тормозить, не растягивая все в духовной жизни и слишком не ускорять, да? Окей. You mentioned about the cowherd boy Leela in the back there. Там сзади у вас игра с мальчиками-пасышками. Mm-hmm. So, Maharaj, he's asking,
He has a question. He says that sometimes we, when we hear that we have to be tolerant, we understand that this is a gradual process and we have time, we shouldn't be too quick. And at the same time, Shabakchan Thakur, he says that we can be very quick. Within 3 days, we can become Krishna conscious. So how to not to be too quick and too slow? Well, Prabhupada gives the understanding of how the process becomes easy. Prabhupada дает нам понимание того, как весь процесс становится проще. He says determination. Он говорит решимость. For those who have determination, it's easy. Those who don't, it's difficult. Для тех, у кого есть решимость, это проще. Если у кого-то нет, то это сложнее. So, determination really is the foundation for executing our devotional service. И решимость это основа, фундамент для практики нашего преданного служения. That means whether it's easy or hard, you just stay fixed. Это значит то, что if you stay, whether it's easy or difficult, you keep your determination in both. То есть это значит, что сложно для вас это или просто, все равно оставайтесь решимостью, решительны в этом, в этой практике. So it's fast for those who are determined, and it's slow for those who are not determined. Это быстро для тех, кто исполнен решимости, и медленно для тех, кто не такой решимый. And determination manifests itself by becoming regulated in everything we do. И решимость проявляется в том, что мы становимся урегулированными, такими постоянными в том, что мы не делали. Hearing, такое регулярное слушание, повторение, поклонение. Yeah. It's fast or slow. Prabhupada said the process is really easy. Да-да, быстро или медленно. Прабхупада говорил, что процесс на самом деле он прост. He said it's so simple, you'll miss it. Он говорит, что это так просто, но вы это упустили. Chant Hare Krishna. Повторяйте Хари Кришна. Take prasad. Принимайте прасад. Read some books. Читайте книги. And once in a while you can do something. И иногда вы можете что-то делать. It's like, but our material desires and our material conceptions enter into the process and make it difficult. Но наши материальные желания, материальные какие-то идеи не входят в этот процесс и делают его сложным. That's why we have to have these programs where we ask questions and we hear the process and we hear about the pastimes, and then everything becomes clear. Поэтому вот важно, чтобы проходили такие программы, когда мы что-то рассказываем, какие-то игры, мы задаем вопросы, получаем ответы, и тогда все становится ясно. So you apply enthusiasm, determination, and patience, and then you apply it onto the process, and then it's quick. И тогда применяйте в процессе решимость, энтузиазм и практику, и тогда этот процесс будет быстрым. How do you know you're making advancement? И как вы можете понять, что вы прогрессируете? When you're eager for to hear and chant the glories of the Lord, that's an indication of advancement. Один признак прогресса — это то, что вы хотите, сильно хотите слушать о играх Верховного Господа. That's the indication. When we're eager to chant, we're eager to hear, we're eager to associate, we're eager to serve, that means you're making nice advancement. Если вы стремитесь к тому, чтобы повторять, служить, это признак прогресса. And how do you get that eagerness? А откуда это вот это жадное стремление получить? By serving great souls. Служа великим душам. Шушруша сарадана васудева катаручи шамья сева випра пурня тиртана севанат. By rendering service to great souls, great service is done, and by such service one gets an affinity to hear the message of Vasudeva. Служа великим душам, мы совершаем великое служение, и благодаря этому у нас возникает склонность к тому, чтобы слушать послание Васудевы. So when we're eager to serve the devotees of the Lord, then that awakens within us the desire to hear and chant the glories of the Lord. And then we become fixed in Krishna. Если мы очень сильно хотим служить преданным, то благодаря этому в нашем сердце пробуждается очень сильное желание слушать о Кришне, и благодаря этому мы можем служить Ему. Наста праешу абадреша нитьям бхагавата севая бхагавати утама слоке бхакти бхагавати найстики. Rendering service to great souls and hearing Bhagavatam every day, love of God awakens within the heart. Если вы каждый день слушаете Шримад Бхагаватам и служите великим душам, то любовь к Богу пробуждается в вашем сердце. So being regular in your process. Итак, будьте регулярными во своей практике.
Okay. Okay. Let me have prasadam. What time is it? Five to nine. Okay. Finito. Все. О, прасадам дистрибьюшн. У нас есть прасад на раздачу. Best part of the class. Самая лучшая часть лекции. Спасибо. Спасибо. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Jaya. Shri Gauranga Mahaprabhu ki jaya. Shri Pancha Tattva ki jaya. Srila Prabhupada ki jaya. Гор Премананде. Я святейший Шрила Чандрамоли с вами Махараджа ки.